Наталья Рон. Я окончила Красноярскую государственную академию музыки и театра. У меня есть дочь, ей 13 лет. Тоже есть навыки творческие. Надеюсь, что пойдет по моим стопам. Побежала, как обезьяна, на сцену. Для меня это был шок, потому что я плакала на сцене, потому что для меня это настолько было неожиданно. Я верила, но эта вера была вот уже 1% был того, что нет, ну я же. Не сказала бы, ну, если, конечно, по глупости, проститутки, хитрые лисы, баба-яга, жгучая там красотка, любовница, еще, в общем, вот такие все острохарактерные роли, это все мои. Но мне хочется сыграть, очень хочу сыграть Анну Каренину, очень хочу. Это, наверное, со времен, наверное, еще моей учебы, чтобы я была героиней. Ну, хочется попробовать, хочется пострадать. Ох. Если честно, я боюсь смерти. И все время меня оберегала и мама, и папа, и сама я себя. Дай Бог, чтобы это было так. Спасибо.